Все любили барахло, занимались барахлом. Отвели ему крылечко, а заполнился весь дом. Я живу на барахле, я живу на барахле. Сплю и ем из барахла, сплю и ем из барахла. Из него построю лодку и уеду, хей, ла-ла. Всем большой привет. Вот я подъехала, остается 8 минут до открытия. У нас уже очередь. Видите, сколько я тут всего нам взял. Я вот нашла вот эту вот такую металлическую. Они, кстати, не дешевые. Вон он и куклы хватал, и все. Он тоже на eBay продает, этот мужчина. Я нашла вот этот Alison Wood Dollhouse. Я сюда вставлю, почем они идут. Это мое. Сейчас еще побежала немного по шмоткам. Потому что этот мужчина, что он делает, он когда заходит с входа, да, он бежит вот так вот, он бежит вот так вот, зигзагом. И он хватает то, что он видит, такие большие коробки, всякие музыкальные инструменты. И он тут же так кидает в свою кучу к стене. Видите, какой-то плакат он. Я не знаю, что это. В общем, это, да. То есть это мой конкурент. Так что тут тяжеловато. Нашла вот такую куклу. Индеец. Да, но я увидела, что у него сломанная рука. И сломанные ноги тоже. Жалко, что идет назад. Сейчас тут шла мимо этих бинов. И в бин кто-то положил вот это. Это вышивка. Офигенная. Вот так вот она выглядит. Мне кажется, что тут немного пожелтевшие пятна, я не знаю. Мне так кажется, я не знаю. Видите, какая вышивка. Она небольшая, эта ткань. Это как идет, я бы сказала, как типа полотенце. Но это не полотенце, это такая большая салфетка. На английском называется это... Это менеджер, кстати. На английском это называется runner. Вот. Вышивка офигенная. Так что вот с этим повезло. Выставлю на аукцион, но я напишу, что as is. Еще нашла вот такой вот не то что одеяло, это, я бы сказала, покрывало, такой patchwork. Ну, это квилт. Такие солдатики. Я думаю, что это кто-то делал сам. На машинке вот так вот сидел, вот это вот все простегивал. Такой адский труд. Это никакая не компания. Симпатичная. В общем, сейчас это бины вывозили. Я нашла такую статуэтку от компании. Называется Universal Saturday. Вот здесь вот Universal Saturday 1962 год. И, к сожалению, она за мало идет. Это гейша. Японская гейша. Это статуэтка такая. Но я ее не буду покупать, потому что сейчас такая выставлена на eBay за 16. А здесь эта куча, она все увеличивается и увеличивается. Дело в том, что у меня вот это. Я там кидала, я там такое нашла. Даже не знаю, как вам тут показать. Опять... Это винтажные клипсы, как я думаю. Вот так вот положу. Это собаку мыть, купать. Такая классная, потому что у меня две собаки. Нашла вот такую шкатулку. Такие два фазана. Или павлина. Я думаю, что все-таки два фазана, но она made in Japan. Здесь вот немножко уже так вот отклеивается. Она тоже музыкальная. Какой-то компании, не знаю. Вот это я. В общем, лакированная такая шкатулка. Но здесь она, я вижу, подряпанная. Думаю, я ее не возьму. Вот мои находки за сейчас. Значит, вот здесь вот находятся... Ну, ой, ножнички были. И вот это вот. Но я не покупаю это, потому что это... Знаете, это такое чисто личное, это гигиена. Так, о, у кого-то что-то сильно упало. Сейчас надо сюда выложить. Так,
Следующее вот это вот. Я не знаю эту компанию. Sidekick. Симпатичная такая, но она чисто белая. Так. Потом какая-то книга схватила. Boy of the Sandlots. За какой-то год. Жил состояние плачевное. Индианаполис, Нью-Йорк. Так. С написан год 1949. Это California Pottery. Думаю, эти я оставлю с этой книгой. Сейчас надо бин положить. Тут нанести. Так. Следующая, бюст Линкольна. Я вижу, что он тут. Вот тут вот. Он треснут. И вот это вот. Он не пойдет. Он может пойти. Сейчас этот его возьмем. Вот так, что он собирает коробки от сигар. Так, схватила вот это. Что это такое? Изи. Какая-то это, кошелка, типа сделана в Китай. Какая-то вот такая вот. Так вот она выглядит. Даже не знаю. Этот сейчас тоже идет сюда. Нет, он не взял Линкольна. Окей. Так. Следующее это Belkin Wireless USB Network Adapter. Такое впечатление, что здесь ничего нету. Или его тут нету. Еще не знаю, надо будет глянуть. Так. Следующее. Это называется «Нашла сумку, а там». 75 центов, да. Я не сказала, что здесь. Я не сказала, что здесь что-то такое этакое. Но все равно согласитесь, что очень приятно такое находить. Вот. Кое-что, я думаю, по одному будет. Что могла, то взяла. Это, по-моему, на галстук вот этот вот клип одевать. Я даже не вижу, что это за компания. Я не вижу, что тут написано. Он какой-то помацанный, но я его все равно буду покупать. Что это такое? Это какой-то брелок. Какие-то как... Что это такое? Это как птица, кеды. Invitation 2000. Это, по-моему, с хай-скула какого-то, с какой-то школы. Сейчас, видите, вот это надо отцепить. Я это хочу назад выкинуть. Оно тяжелое. Иди туда. Так, сейчас. Гляньте, что в сумке. К сожалению, я это не делала на видео, потому что я не сомневалась, что тут ничего не будет. Вот поэтому бабуся сюда ходит каждый божий день. И она в сумках, каждую сумку, абсолютно каждую. Но это фигня. Что тут еще есть? Какая-то бумажка. Больше так ничего нет. Вот тут вот что-то. Ой. Что-то такое. Какой-то тюбик. The Body Shop. The Body Shop. Marshalls. Опять какие-то чеки. Я думала, может, это будет гифт-карт, но нет. Больше так в этой сумке ничего нет. И сзади тоже нет. Сумку я оставляю. Так. Это вот то, что я нашла. Я сейчас не буду все высыпать. Я думаю, я дома это высыплю и вам покажу в деталях. Нашла еще вот это. Футбил. Это для ног. Маска, похоже, как новая. Еще нашла вот эти вот. Я не знаю. Это какие-то... Сейчас, чтобы они не высыпались. Если я их могу открыть. Я их не могу открыть. Но это какие-то... Я не знаю. Я не знаю даже, как их назвать. В общем, фигня какая-то. Это тесьма. Так. И вот еще нашла... В бине валялся вот такой вот браслет.
Он такой симпатичный, фэшнабл. И вот эти вот нашла, это латунь. Это эти замочные скважины. Там еще я нашла подушку от с кошкой. Потом покажу. Так, шоу продолжается. Очень тяжелая сумка, неплохая, винтажная, но она с дефектом. Какая-то битва. Какой-то зайчик, куколка. Я не знаю, что это. 98-й год. Made in China. Свечи. Лума. Что-то побитое тут. Так. Ой, сейчас. Это то, что я делаю. Хожу так. И себе кидаю в эту в IKEA сумку. То, что симпатичное. А потом я подхожу к своей телеге, это все вытаскиваю. Эта музыка бьет по голове, мало не покажется. Я еще пытаюсь сделать видео. И пытаюсь тут еще что-то искать. Удлинитель. Единственное, что я сейчас... Это делать вот такие вот браслеты для девочек. Я сейчас нашла наушники от компании Bose. Но дело в том, что там, где это, знаете, на ухо, какие-то пакеты он нашел, там, где на ухо одевается, да, то там немного щесано. И я не знаю, если я могу компанию Boss это отослать, сколько это будет стоить, чтобы они это починили. Кто-то такой, какой-то дешевенький, какой-то голубой ангел. Кто это такой? Как тебя зовут? Это, по-моему, мадам Александра. Видите, мадам Александра, Wizard of Oz. Положу его пока в тележку. Он с Макдональдса, он не это, недорогой. Что тут? Какие-то открытки. Сейчас загляну и положу это назад. Окей, я это положила назад. Здесь вот это. Все равно это вытащат сейчас. Кто-то. Что тут? Это с Ямайки. Алаф Нана. Нана это нянька. Ну это так. Сокращенно. Что-то по единым мышами. Так. Идем дальше. Побитый чайник. Что это такое? Чулки. Часть какая-то. Мясорубки. Викторио. Так. Вот здесь я вижу такая целая фигня. Фигня фиговая. Слышали такое?